лишь сутки. Как много грусти в шутке Творца. Едва могу произнести жила, единство даты рождения, и когда-то в моей версии рассыпалось, меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня. Сказать, что вовсе нет тебя. Ну что же, в моей версии так схоже с тобой, и цвет, и плод небытия. По чьей подсказке и так кладутся краски, навряд ли я, бормочущий комок слов чуждых цвету, вообразить бы эту палитру слог. На крылышках твои зрачки, ресницы, красавицы или птицы, обрывки чих, скажем, это лиц, портрет летучий. Каких, скажет твой случай, частиц, крупиц, являет натюрморт, вещей, плодов ли даже рыбную ловлю трофей простерт. Возможно, ты пейзаж. И, взявши лупу, я обнаружу группу нимф. Пляску, пляж, светло ли там, как днем, или там уныло, как ночью, и светило, какое в нем зашло на небосклон. Чьи в нем фигуры? Скажи, с какой натуры был сделан он? Я думаю, ты то и это. Звезды, лица, предметов тебе черты. Кто был тот ювелир, что бровь не хмуря нанес в миниатюре тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты как мысль о вещи, мы вещь сама. Скажи, зачем узор такой был даден тебе всего лишь на день? В кругу озерча амальгама впрок хранит пространство, а ты лишает шанса столь краткий срок попасть в зачок, затрепетать в ладони, в момент погони пленить зрачок. Ты не ответишь мне ни по причине застенчивости, и не со зла, и не за тем, что ты мертва. Жива, мертва ли? Каждый божий творец. Как знак родства дарован голос. Поменьше, пожалуйста, я волнуюсь просто. А я слушаю сразу музыку, и у меня весь текст улетает. Иосиф Александрович, простите. Как знак родства дарован голос для общения, пения, продления, мгновения, минуты, дня. А ты? Ты лишена сего залога. Но рассуждая строго, тем лучше. На кой ляд? Быть у небес в долгу, в реестре не сокрушайся ж, если твой век, твой вес достойный немоты. Звук тоже бремя, бесплотнее, чем время, беззвучнее ты, не ощущая. И даже в дострах ты вьешься легче прах над клумбой вне, похожих на тюрьму с ее душем, минувшего с грядущим. И потому, когда летишь на луг, желая корму, приобретает форму сам воздух вдруг. Так делает перо, скользя по глади, расчерченной тетради, не зная про судьбу своей строки, где мудрость, ересь, смешались, но доверие с толчком руки, в чьих пальцах бьется речь, вполне немая, не пыль с цветка снимая, но тяжесть с плеч. Такая красота. И срок столь краткий, соединясь, догадкой кривят уста. Не высказать яснее, что в самом деле мир создан был без цели. А если с ней, то цель не мой, друг энтомолог. Для света нет иголок, и нет для тьмы. Сказать тебе прощай, как в форме суток. Есть люди, чей рассудок стрижет лишь о забвении. Ну взгляни, тому виной лишь то, что за спиной у них не дни с постелью на двоих, но сны дремучи, не прошлое, но тучи сестер твоих. Лучше, чем ничто. Вернее, ты ближе и зримее. Внутри же на все нас кто-то родственный ему. В твоем полете оно достигло плоти. И потому ты в сутолке дневной достойна взгляда, как легкая преграда между ним и мной.